Друзья, всем привет. Посмотрим время. 8:26. Распаковочка посылки. Приехала посылка. Как и вчера получал, смотрите, оторвана. Она не шла там на новой почте. И у нее вот это лопнуло. Понимаете, в общем, я говорю, так, а там же ж посуда. Ну, что мы можем сделать? Я говорю, так, а если там побилось все? Ну, я ничем, мол, все претензии ко мне. И вчера был в Днепропетровске, мне сказали, что я сам заявший товар запаковываю в газеты, когда покупаю, чтобы его довести. Мне сказали, ты сам запаковываешь и потом снимаешь видео. Ну, как-то у людей такие вот понятия, что ради всего этого можно так делать. Да, многие так делают, но я уже вышел с этого возраста, вы сами поймите. Это покупает мой сын и отправляет мне. Вот, и сам на этом зарабатывает там чуть-чуть. Ну, а может, просто помогает, может, говорит, что зарабатывает. Ну, как-то так. Вот распаковка посылочки. Сейчас я вот это отрежу и начнем вытягивать. Я думаю, сегодня мы соберем уже полностью набор. Так, смотрите, вот видите, да? Это вот сын писал, вот получил. Для неверующих ФОМ, или как их назвать. Что это все реально. Это все так, это пустая, видно, сверху докладывали чем-то. Вот. Мы не покупаем для того, чтобы показать распаковку. Мы покупаем для того, чтобы продать. Вы сами понимаете, да, со всего мира к нам стекаются посылки. Сейчас договорились. С чехами договорились. Еще вроде одни чехи появятся. Вот, как-то так. Так, режем. Видно там, что нет. Надо чуть-чуть, наверное, подальше, да? Значит, буду резать и буду рассказывать, что у нас. И, значит, из завтрашнего дня это будет 26 число. Так, вот первый. Смотрите, большой такой. С 26 числа, с завтрашнего большого показа на этом канале, на барахолка. На барахолке в магазине у нас будет скидка 10%. Почему? Потому что, ребята, это вот такая сказка, смотрите. Вот оно как, видите, сюда свечечку, и вот оно подогревается. С ума сойти, с ума сойти. Завтра будет 250-е видео. Так, очередные гостинцы, какие-то орешки. Вот, 250-е видео будет, и мы начинаем скидочку 10%, и закончим ее аж на после 8 марта. Я еще не считал, но нужно, красота, да, нужно смотреть, и как там у нас по видео получится. Вот, потому что одни юбилеи на носу, как говорится. Вот. А, даже вот это можно показать. Бачите, да? Польские газеты. Ну, это для тех, кто пакует сам. Себе же отправляет и потом показывает. Как будто люди что-то шлют. Так, вот это вот, смотрите. Наверное, то же самое, да? Мы не будем тянуть время. Да, те же самые тарелочки. Еще одни получается. Давайте это сюда сдвинем. Я думаю, здесь не очень много. Что, еще одни? Так, а что же это? Что же это такое? Это получается какой-то набор большой. Да, то же самое. Видите, еще партия. Вот, ну сказали, будут тарелки, да. Так, выкидываем эти все упаковочные. Уже нашуровали сюда. Мне просто интересно, вот это она уронила и побилось ли что-то или нет. Ну, наверное, надо нижнее смотреть.
И вот уронили на новой почте. Вот побольше. Тоже с этого набора. Так, эти надо все проверять. Она уронила. Ну, пусть будет даже случайно. Если что-то побилось. Никому же ничего. Никому ничего не докажешь. Никому ничего не докажешь и никому ничего не покажешь. Понимаете, в чем дело? Вот, потому что, ну как, это надо было как-то страховать там, наверное. О, пузырь какой-то. Да, сейчас дальше. Ага, вот какой-то, видно, кофейничек. Смотрите, сейчас какой-то он начал бумагой мотать. Какой-то бумагой. Где-то что-то, значит, надыбал такое. Там проблема с этими, с упаковкой проблема. Вот такая красота, смотрите. Да, сейчас дальше. Там человек пришел, а я... Так, ну, еще такие же самые большие тарелки. Как вы понимаете, да, в любое время откройся, и уже к тебе идут люди. Сейчас последние покажем. И тогда уже соберу весь набор, и мы это покажем. Все, да, друзья, еще один пузырь, и все. Отключаюсь, потому что стоят люди. Вот, когда я снимал, женщина стояла, принесла два сливочника и зажигалку. А теперь барабанная дробь. Барабанная дробь, смотрите, смотрите, что вы видите. Да, вот такая вот большая красота. Смотрите, это у нас вот рулетница. Видите, маленькая рулетница, большая. Смотрите, и 6 таких вот трио. Уже люди стучат, еще без 10. 6 трио. Давайте посмотрим. Это Бавария. Это Бавария. Смотрите. Вот такая красота. Вот такие чашечки. Ой, блюдечко. И вот такая вот большая тарелка. Ну, тоже, наверное, блюдечко, да? Вот, тоже блюдечко. Значит, и весь товар идет от одного коллекционера. Вот, с ним познакомились, он пригласил домой, как я уже говорил, весь дом забитый, дедушка 50 лет занимается винтажом, антиквариатом, и вот выделяет нам. Чему все лежит в чемоданах, в старых, вот, и чемодан достает, там лежат вот такие сокровища, которые были куплены еще, может, даже 40-50 лет назад. Вот, смотрите, да, сказка, это сказка. Сливочник-молочник, смотрите, красавчик, подсвечник. Друзья, душа, сердце рада до беспамятства. И нравится такая работа, я творческий человек, и занимался изготовлением гипсовой продукции, вон там же, начиная от маленьких, кончая... Вон там громадные стоят, большие такие. Это мне близко, это для меня как хобби. Как хобби, понимаете? В радость. Не работа, а радость, удовольствие. Встреча с людьми, закупка вот таких вот красот всевозможных. И, ну, радость. Наверное, такая работа продлевает жизнь, потому что энергии у меня, вы сами понимаете, с утра до ночи, я работаю с утра до ночи. Ну, как я работаю? Я только покупаю и снимаю видео, ну, и отвожу на почту. Остальное все тянет Наташа, рабочих там и все остальное. Вот, а мое вот это вот такое. Да, вот это вообще супер. Супер-пупер. Если бы Трамп это увидел, он бы сказал, ребята, это супер-пупер. Даже у нас в Америке такого нет. Смотрите, продайте. Ну, мы бы ему подарили, да, наверное. Так, вот такой вот. Можно кофейник, можно доливочник. Скорее всего, что это был громадный набор на 12 персон, кофейно-чайный. Или два набора здесь, или два набора
в одном, кофейный и чайный, потому что вот есть еще 4 трио. И смотрите, что здесь. Видите, здесь вот такие чашечки есть, и есть вот такие чашечки. Может, это добиралось отдельно, вы знаете, когда есть наборы, у них там принято, у них принято так, у них нет по 6 штук. И если у вас семья 2 человека, зачем вам покупать 6? Понимаете, люди считают деньги, как говорится. И если вы живете, вам там по 50, по 70 лет, к вам не ходят гости. Ну, много таких семей, которые вот 2 человека сошлись, и им хорошо. Им хорошо вдвоем, им никто не нужен. Вот они живут, и зачем им покупать что-то большое? Они себе купили. На двоих могут купить на прозапас пару штук. Мало ли там что, да, упало, разбилось и все. Ну, это да, это настоящий шедевр. Вы посмотрите, какой цвет. Подойдет на любой стол. На любой стол подойдет. И цвет такой. Цвет, который, ну, и не яркий такой, ну, не броский, да, чтобы такой какой-то там зеленый, красный. И вот такой вот, смотрите, и для мужчины, и для женщины подойдет. Так что заказываем, делаем заказики, покупаем. Смотрите, какая красота. И я думаю, мы будем радовать вас такими наборами, потому что сын специально купил машину, чтобы ездить к этому коллекционеру. Это получается в другой город. Вот, в другой город нужно ездить. И вот это ж не потянешь в руках. Это нужно все вести. Так, друзья, я буду закругляться, потому что люди. 8:53 уже собираются люди. Все, ждем, ждем. Ждем скидки, ждем большого показа. Если никто не купит его до большого показа, значит, может, вы его еще раз увидите. Всем до свидания!